Дорогие гости моего канала, приветствую вас. Сегодня я хочу показать узор для повязки на голову. Повязка вот у меня готовая уже. Выглядит вот таким вот образом. И я хочу показать, как я вязала этот узор. Раппорт этого узора составляет 6 петель плюс петля для симметрии узора. Я набрала 25 воздушных петель и начинаю свое вязание. Вяжу 2 петли подъема и первый ряд я провязываю полустолбиками. Вот таким вот образом вяжем полустолбики. Делаю накид на крючок, ввожу воздушную петлю, вытаскиваю петельку и провязываю все петли на крючке вместе. Так я вяжу до конца ряда. Провязала ряд до конца, я вяжу 2 воздушные петли подъема, разворачиваю вязание и второй ряд я вяжу резинкой 1 на 1 рельефными полустолбиками. Рельефный полустолбик мы выполняем таким образом: вводим крючок за петлю, вытаскиваем нить, на крючке у нас образовался столбик, 2 столбик, накид и столбик. Мы их провязываем сразу все вместе. Изнаночный полустолбик вяжется таким образом: мы с изнаночной стороны вводим крючок, обхватываем столбик предыдущего ряда, вытаскиваем петлю и провязываем все петли на крючке. Лицевой рельефный столбик, полустолбик, изнаночный полустолбик, лицевой, изнаночный. Также я начинала повязку. 2 ряда у меня провязано. Первый ряд это полустолбики, второй ряд это рельефные полустолбики, резинка 1 на 1. Так мы вяжем до конца нашего ряда. Провязала я второй ряд резиночкой. Теперь я вяжу 3 воздушные петли подъема. И приступаю к самому узору. Сюда же, в эту же петлю, я вяжу 3 патентных столбика с одним накидом. Второй. Третий. Одна воздушная петля. В основании пропускаю 2 петли. 1, 2. В третью я вяжу столбик без накида. Одна воздушная петля. 2 петли пропускаю. В третью вяжу 3 столбика, патентных столбика с одним накидом. 1. Два. Три. Воздушная петля. И снова вяжу 3 патентных столбика с одним накидом. Первый.
Второй. Третий. Одна воздушная петля. Два столбика пропускаем. Две петли пропускаем. В третью вяжем столбик без накида. Одна воздушная петля. Две пропускаем. И вяжем 3 патентных столбика с одним накидом. 1, 2, 3. Одна воздушная. И снова 3 столбика с одним накидом. 1, 2. Итак, мы продолжаем до конца ряда. В конце ряда я вяжу таким образом. 1, 2 пропускаем, в третью кромочный столбик получается. Мы вяжем 4 столбика с одним накидом. 2, 3, 4. Разворачиваем, 1 петля подъема. И между столбиками первым начальным и вторым столбиком я вяжу столбик без накида. 3 воздушные петли. Накидываю нить на крючок. Ввожу крючок в столбик без накида. И вытаскиваю пышный столбик из 5 петель. 1, 2, 3, 4, 5. Накидываю нить на крючок и провязываю все петли вместе. Затягиваю 3 воздушные петли. И вяжем столбик без накида под воздушную петлю в вершине веера. 3 воздушные петли. И пышный столбик, следующий столбик предыдущего ряда, который мы вязали без накида. 1, 2, 3, 4, 5. Провязываем, затягиваем и вяжем 3 воздушные петли. В следующую вершину веера вяжем столбик без накида. 3 воздушные петли и пышный столбик. 1, 2, 3, 4, 5. Провязываем 1 петлей. 3 воздушные петли. Столбик без накида. 3 воздушные петли в конце ряда. Пышный столбик. 2, 3, 4, 5. Провязываем 1 петлей. 3 воздушные петли. И в последний столбик мы вяжем столбик без накида. Связали второй ряд. Вот таким образом у нас выглядит вязание с изнаночной стороны. Переворачиваем на лицевую сторону. И начинаем вязать третий ряд. Петля подъема. Столбик без накида. Мы вяжем столбик без накида.
одна воздушная петля, и вершину нашего пышного столбика мы провязываем 3 столбика с одним накидом. 1, 2, 3. Воздушная петля. И сюда же снова 3 столбика с одним накидом. 1, 2, 3. Воздушная петля и столбик без накида. Вот мы в вершину вязали столбик без накида. Вот сюда мы в это место вяжем снова столбик без накида. Одна воздушная петля. И в вершину следующего пышного столбика мы вяжем 3 столбика с одним накидом. Второй. Третий. Одна воздушная петля. И снова 3 столбика с одним накидом. 2. 1. То есть второй. И третий. Одна воздушная петля. Столбик без накида. И таким образом мы провязываем до конца ряда. В конце ряда я провязываю столбик без накида. 3 воздушные петли подъема и вяжу половинку пышного столбика, то есть я вяжу из 2 длинных петель пышный столбик. Затягиваю, вяжу 3 воздушные петли, столбик без накида, вершину веера, вяжу 3 воздушные петли и столбик без накида предыдущего ряда я вяжу пышный столбик из 5 петель. 3, 4, 5. 3 воздушные петли и столбик в следующую вершину. 3 воздушные петли и пышный столбик, следующую вершину. Следующий столбик без накида, который у нас вязался. В последнем ряду. 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3. 3 воздушные петли, столбик без накида, 3 воздушные петли, пышный столбик, 2, 3, 4, 5. Провязываем одной петлей, 3 воздушные петли, столбик без накида, 3 воздушные петли, и в конце ряда мы вяжем такой же половину пышного столбика, как и в начале. То есть вытаскиваю 2 длинные петли, провязываю их вместе и столбик с одним накидом.
Вот у нас уже видно наш узор, как он получается. Ну, я вязала на 10 сантиметров сам основной узор, плюс по сантиметру внизу и вверху. Хочу сказать, что вверху у нас петелек получается больше, чем в основании. Поэтому, когда я вязала первый ряд столбиками, без полустолбиками, я вязала следующим образом. 2 воздушные петли под арку из 3 воздушных петель я вязала 2 полустолбика. Вершинку я вязала 1, под воздушные петли 2 вяжем, вершину пышного столбика 1, под арку вяжем 2, то есть мы возвращаемся к исходному количеству петель, которые мы вязали в начале. Две петли, вершина пышного столбика 1 полустолбик, здесь 2 полустолбика, вершину 1 полустолбик, под арки вяжем по 2 полустолбика, а вершину мы вяжем по 1. Последний ряд я провязывала резинкой 1 на 1 рельефными полустолбиками. Вот так я подтянула верху вязание. Раппорт узора в высоту составляет у нас 4 ряда, то есть 5-й ряд мы будем уже начинать с первого ряда повторять рисунок. Ну, на этом я хочу закончить свой видеоурок. Спасибо, что были со мной. Подписывайтесь на мой канал. Жду вас снова у себя в гостях. До свидания.